Шалом, бонжур, дамы и господа, с вами я, Феликс Шиндер, и сегодня я имею огромное желание поделиться с вами несколькими такими нюансами одесских выражений, а конкретнее тех, которые я назвал бы парадоксальными. Представляете, если в Одессе говорят на что-то, какая прелесть, имеют в виду, какая гадость. Ну это же невероятно, как так можно? Какая прелесть, а имеют в виду, какая гадость. Если на девушку говорят, красивая до ужаса, это означает, что она таки да, очень красивая. Натуральный парадокс, мне кажется. Если говорят, большое дело, это значит дело не совсем и небольшое. Это, как в школе мне говорили, легкотня, ну или по-взрослому сказать, то это справимся в два счета. Кто, ты кому-то говоришь, там такое дело есть, он тебе говорит, да, большое дело, сделаю вообще в момент. Например, говорят, имейте в виду, это означает, примите во внимание что-то, какой-то факт. Но если вас имеют в виду, я вам этого, конечно, не желаю, но если вас имеют в виду, это означает, что вас ни во что не ставят. Я его имел в виду. Я его ни во что не ставлю вообще. Ноль без палочки, пустое место для меня. Я его имел в виду. Например, вас позвали на пару теплых слов. Или еще говорят, на пару ласковых. Ну, не договаривая, на пару ласковых слов. Вы будьте готовы к тому, что помимо этих теплых и ласковых слов будет прилагаться гонорар в виде, ну, как минимум, оплеухи, да? Будьте осторожны, когда вас зовут на пару теплых или ласковых слов. В Одессе это означает совсем другое. Возможно, вы нарвались на комплименты, есть такое выражение, нарваться на комплименты. Он нарвался на комплименты, ты сейчас у меня нарвешься на комплименты. Это означает, что отнюдь не комплименты вы сейчас получите, а нечто совсем иное. Никакой лести, сугубо ругательные слова, так сказать. Ну, не буду давать примеры, может, в другом ролике расскажу вам, кстати, как можно отругать жесткими такими одесскими словцами какими-то. Ну, не про это, а именно про парадоксы. Вот самая моя любимая и очень популярная фраза – это «он немножечко больной». В данном случае вот это «немножечко» означает, что человек не немножечко, а хорошо больной. И либо, как у нас говорят, больной на всю голову. Ну, я вам желаю, заметьте, без ноты иронии, чтобы вы меня были таки здоровы. И если вы где-то улыбнулись, то будьте добры, класните на сердечко, заходите на мой канал, там много всего интересного. С вами я, Феликс Шиндер. И добавлю, как говорят в Одессе, не хочу вас расстраивать, но у меня все хорошо. Адью!